Так, здесь немножко нужно подправить можжевельник. У нас рядом стоящий можжевельник уже сделанный. Вот этот вот можжевельник уже, в прошлый раз я его делал. Его надо будет опять поправлять. Ну, как видим, он вот так вот у нас выглядит, чтобы немножечко освежить. Тут уже густовато, надо будет подкорректировать. Он отрастает очень хорошо и очень быстро. Ну, это уже на следующий сезон, скорее всего, будем корректировать. Здесь у нас сплошная подушка. Здесь тоже сейчас местами поубираю некоторые ветки. Дело в том, что у нас общая композиционная тоже довольно-таки светлая. И здесь, чтобы не было просто пятно, потому что у нас что газон пятно, что это пятно. Местами сейчас немножечко подвыберем, соответственно. Ну и плюс уберем тут виноград. Все это, вот это безобразие. В общем, в целом, пока это сейчас выглядит до обрезки. Вот хочется, чтобы как вот ветки немножко были так приоголены. Но при этом оставим, как есть, естественно, можжевельник. Здесь он у нас хорошая симпатяшная кучка, соответственно. Ай! Здесь у нас растеница тоже подрезалась. Ну, тут уже переделывается цветничок. Так что сейчас мы немножечко его подрежем. Все, вот до обрезки его видели. Всем хорошего настроения, удачи и пока.